такими же красивыми, как и сама пара. Забирала. Спасибо ребятам. Не, не, хорошо. Но есть, но создалось ощущение, знаешь, такого волнения, что все время между рядами. Не, у меня создалось ощущение. Очень красиво, я думаю, будет на картинке, да, но ощущение... Ну, я спокойно ехал, нигде у меня не было ощущения. Да ты что? У меня не было вообще нигде. Ты задевала ежи там, знаешь, как? Нет, ну, я один раз рукой задела. Один раз в начале, ногой. Ксения Алферова, Петр Чернышов. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 6-0, 6-0. Что? 94 сотых. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 6-0. Вот не согласна. Я думаю, что... Ты понимаешь, что... 11,92 сотых. Телевизор. Не, ну, у меня чистый прокат первый, я доволен. По-моему, прекрасный номер. Михаил Ефимович, вам что-то не понравилось? Мне показалось, что какие-то неточности и, как бы вам сказать, мне не хватило катания, как это не парадоксально. Как это не хватило? Они на такой скорости сегодня летали? Ну, нет, они летали, но не катались, а это разные вещи. Я, может быть, говорю как непрофессионал. Но я могу сказать одно. Артистичный образ удивительный, прекрасный, трагичный, драматический, поскольку мы знаем, что такое Берлин вообще в истории 20-го столетия. Но я еще раз повторю, у меня какое-то вот ощущение недовинченности, что ли, этой скорости. Извините, но я говорю как думаю. Спасибо. Спасибо. Я в ужасе был от скорости. Просто... Антон, весь лед утыкан ежами. Очень сложный реквизит. И скорость была неплохая. Но оценки, маневрировали. Оценки за реквизит же нет пока что. Ну, так реквизит, он же... Ну, смотрите, какая ситуация. Это оценка за сложность исполнения. Можно было оценку ставить двояко. Одну можно было смело ставить шестерку за то, что они объезжали полосу препятствий. Не поставил. Такой оценки нет. 6-0. Вот. Но что я могу сказать? Мне мешало... смотреть на этот номер, весь этот реквизит. Ну и вообще слишком много политики. Поэтому такие оценки. Татьяна Анатольевна, эта история, это же важная часть истории. Это очень важная вещь. И история, и сюжет номера, который сразу читается. Но в связи с тем, что очень сложное были передвижения, у них не было сложности в передвижениях. Это было простое катание. Они набирали скорость, они разлучались, они встречались. Но это было, можно простыми средствами эту музыку обыграть, а можно сложными. Я у них уже видела сложный хореографический язык. А вот сегодня мне показалось это немножко прямолинейным, хотя и, в общем-то, была скорость, хотя мотались все время по двум кругам вот этим, так иногда разрезая диагональю, как выстрелами эту площадку. Но за такие... несложные, как бы, маневры, я могу поставить только 5-9. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Я хочу им ставить 6-0, потому что они этого заслуживают. Я так понимаю, что все-таки вы решили остаться в Западном Берлине. Так хитро. Ну, на самом деле, не совсем так. Честно говоря, номер мы старались сделать не очень политически, а больше отразить историю простых людей, которые пережили этот исторический факт. Влюблённых людей. И которым любовь, на самом деле, позволила остаться вместе. Несмотря, вот. Да. И, насколько я поняла из слов Татьяны Анатольевны, это нам как раз удалось. 100%! Да. И, как, 100%! В общем, и политики как таковой здесь не было, а стены, они же бывают разные. Они бывают... не обязательно берлинские. У них получилось сохранить свою любовь. Не у всех получается, у них получилось. Вот как-то про это был, наверное, номер. И с первым судьей, не в смысле поспорить я хотела ни в коем случае, а просто я, если честно, ну для меня
это огромная скорость. И на такой скорости в том году я не каталась и не умела этого делать. И я, правда, для меня это очень быстро, по-моему, то, что мы тут делали. Вот, это я хотела отметить. Это мы все отметили. Честно, быстро, но просто. Я просто на самом деле получила огромное удовольствие сегодня от номера, несмотря на такое количество препятствий на нашем пути, да. И про скорость я говорила в том смысле, что быстро – это очень страшно, но здорово. А ей понравилось. А я ощущаю по ней, что ей нравится. Я, например, ощущаю. Не важно, что у меня, когда быстро, многие вещи не очень получаются, но я на пути, я надеюсь. Я хочу вам сказать, что иногда людям мешает на льду даже кусочек ткани, а вы поставили огромное количество противотанковых ежей. Какие вы герои! Молодцы! Удачи вам!